Подвели итоги работы за минувший год. Сегодня в областной прокуратуре состоялось заседание коллегии. Прокурор области Сергей Филипенко рассказал о результатах надзорной деятельности. Так, в прошлом году прокурорами было пресечено более 70 тысяч нарушений федерального законодательства. И дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 25 тысяч человек. Кроме того, прокурорам удалось принять меры по защите трудовых прав. Ликвидированы долги по заработной плате в размере более 280 миллионов рублей. Мы смогли в прошлом году переломить ситуацию с обманутыми дольщиками. Не просто вошли с ними в постоянный диалог, а сдали 10 домов, восстановив права 1500 человек. Действовали бескомпромиссно, прилагая сверхусилия, искали решения там, где их никто не мог найти в течение десятилетий.